Че, смотрю, пианисты, они особые? Не, ну, я, конечно, может, как бы, это самое, например, ну, пожалуйста. Давай, попробуй сам. Пожалуйста. Ну что, попробуем? Че, расстроился, что ли? Как видишь. А что, из-за влажности, типа? Ну, из-за влажности, из-за температуры. Ну, и плюс там таскаю его в чехле. Не, ну это надо слух иметь. Это нам не годится. На самом деле я притаранил тут гитарных тюнеров. Вот, дай-ка, пусти меня. То есть настраивать синтезатор гитарными тюнерами, что ли? На самом деле, вот, несмотря на наличие Википедии и прочих благ глобализации, очень трудно и порой найти ответы на некоторые вопросы. Сегодня мы просветим человечество на тему того, как правильно и наиболее быстро и хорошо настроить синтезатор. А именно мы проведем такое небольшое сравнение нескольких тюнеров и как оно будет себя вести в этом процессе. Так, давай, короче. Ну, это гитарный тюнер, наверное, который я первый вообще приобрел. И он имеет такой небольшой недостаток для нашего применения, то что он не хроматический. То есть мы не сможем все ноты с ним настроить. Поехали. Ну вот то, о чем я говорил. То есть до, он как бы показывает, что это до, С, но он стрелочку не выводит, потому что это до никакой гитарной струне не относится. Так что мы не сможем настроить все струны с ним. Поехали с ре. Струны или клавиши? Ну, клавиши. Чего ты докопался? Работает? Смотри-ка, что. Дальше ми у нас. Ну что, давай другим попробуй. Да, давай. Вот это вот самый, наверное, популярный и продвинутый боссовский тюнер. Почему? Потому что... А, метроном! Супер штука! Ну, конечно, каждый тюнер без метронома. Вот, он хроматический. Здесь вот есть вот вход и выход. То есть можно прямо через него его, можно в петле своих эффектов иметь. Так что, да, подключаем, пробуем. Это, кстати, ты вот говорил про видеоигры там. А, яйцеловка. Яйцеловка, да. Так, ладно, шутки в сторону. Серьезный бизнес. Включился. И, мне кажется, он завис. Так. Компьютерные технологии. Не-не-не, все работает. Кстати, да, вот проверили. Красота. Это он так квакует? Да-да, он типа что, попало. Так. Ой, соль уехала. Хорошенечко. Ну ладно, давай уже мне интересно с этим, как ты будешь. Этот отключаем. Держи. Повесь, не. Это очень классная вещь. Единственное, я не уверен, как он... Погоди, а у тебя же грифа нету, синтезатора. Как, куда ты его цеплять будешь? Я не знаю. Я, наверное, вот как-то вот... А, да ладно, Нет, у нас же тут не лохотрон какой-то. Не, мы адекватные люди. Здесь, на самом деле, есть режим микрофона. То есть он ловит с микрофона.
Ну, попробуем, как это будет. Я не уверен, честно говоря, в результате. Да, его основная фишка — то, что он вот цепляется за гриф, и за голову грифа, и ловит вибрации. Здесь у нас как бы вибраций никаких нет, потому что динамиков нет в корпусе. Ладно, попробуем. Включаем режим микрофона. Проверим предыдущие. Не, видишь, он ловит с микрофона нормально, на самом деле. Вот, да, ми, неплохо так. Фа, соль. Не, вот соль. Вот сейчас поймал. Не дотянул что-то? Не, ну, типа, видишь, он... А это? Это показывает. Ну, короче, с ним сложно, на самом деле. Он как бы вроде бы ловит, но не все. Ладно, давай этот мега девайс. Во, вот это, кстати, последняя разработка Boss в области портативных гитарных тюнеров. И самая офигенская, потому что у нее есть интегрированный диктофон, гитарный процессор и MP3-плеер. Звонить можно по нему? Включаемся во вход вот сюда. Проверяем. Он, кстати, покажет, что ре вот настроено не очень. Ми четко настроено. Фа, соль. Так. О, тут какой-то косячок даже нас слышно. Ну, кому слышно, кому и не слышно. Да ладно. Ну, таких красивых звуков он не издает. Пик-пик, да, блин. А, выглядит, как будто должен. Опа, соль уехала. О, фу ты, соль. Ну, ты понял. Ну, да. Горох. Это самый сахар. Фу ты. Чё говорю вообще? Красота. Мы еще до не настроили. Не, ну до, кстати, в принципе, чуть-чуть высит. Идеально. Просто magic. Ну чё, давай, зацени настроенный инструмент в действии.